1 июля стало для россиян праздничным днем. Поспособствовала этому сенсационная победа российских футболистов на домашнем чемпионате мира. В 1/8 финала они обыграли испанцев. Матч завершился серией пенальти, где главным героем стал наш земляк, уроженец Ленинского района, капитан и вратарь сборной Игорь Акинфеев. На всей территории страны сразу начали праздновать победу. Радостное настроение охватило буквально всех. Автомобилисты громко гудели, пешеходы старались вторить автотранспорту и скандировали победное ура! Центром притяжения видновских фанатов стал кинотеатр «Искра». С национальными флагами сюда стекались люди сразу после окончания игры. Воодушевленные успехом, болельщики пели гимн России, славили российский футбол и участников сборной. Акинфеев, красавчик! Молодец! Видновчанин! Сделал то, что мог. Сделал этот матч просто. Да. Он выиграл у Испании. Эмоции зашкаливали, были и потери. Часть болельщиков остались без голоса. Впрочем, это никого не смущало. Они были готовы и сиплыми голосами кричать на весь мир о чемпионстве российской команды. Россия! Чемпион! Всем по мороженому! Кто кричал, пойдем за мороженым! Празднование продолжалось до позднего вечера, ведь впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее российские футболисты ни разу не проходили дальше группового этапа. И теперь нас ждет еще один захватывающий матч со сборной Хорватии, который состоится 7 июля. Болеем за наших!